Итак, друзья, к Почте России принято относиться с неким скептицизмом, но все-таки иногда она делает полезный продукт. Ну, скажем, как приложение Почта России, которое доступно как для Android, так и для iOS. Давайте откроем. И что же тут? Ну, во-первых, нас встречают вот такие вот марки, как видели, времен СССР. И что же здесь вообще полезного? Ну вот, допустим, отслеживание. Можете по штрих-коду отследить, либо просто по номеру заказа вводите здесь и проследить, где ваш находится посылка. Это первое. Потом можно что узнать? Сколько будет отправления? Смотрите, указывайте откуда, куда, вес. И, как видите, обычное тут вам, вот как пример, цена ускоренная, сколько будет стоить обычная, курьерская и так далее и тому подобное. Ну и то же самое с письмом. Вот. Следующее, это на карте вам показывается, где ближайшие для вас отделы почты по вашему городу. Как видите, вот здесь вот раз, все, Почта России. И вдобавок еще и можно посмотреть расписание сегодня до 8, индекс ее посмотреть и так далее. Очень полезно. Следующее, это курьером, ну, адрес, смотрите, самое забавное, я первый раз услышал, что такое возможно, по указанному адресу приедет курьер, упакует отправление, заберет его и даст номер для отслеживания. То есть, достаточно круто, ну, и в целом, вот такие вот настройки, есть обратная связь, можно написать поиск индекса, вот, поиск индекса мне тоже понравился, то есть, вводите сюда адрес, там Великий Новгород, нажимаете на поиск, ну, допустим, Великий Новгород, Новгород, ну, скажем, какой-нибудь сейчас адрес, который он нам предлагает, ну, вот, выбираем, он, вы вводите, да, нажимаете поиск, и он тут же, как видите, пишет адрес, индекс. То же самое наоборот, пишите индекс, и он вам сразу же выводит адрес, какой-то адрес. Так что достаточно полезное приложение, на мой взгляд, все четко, понятно, просто отслеживать вашу посылку легко, заказывать, смотреть, сколько будет стоить доставка, сколько будет стоить письмо, сколько будет стоить посылка, сколько, где она находится и так далее и тому подобное. На мой взгляд, достаточно хорошее приложение, ну и плюс, когда вы, как видели, да, там в начале даже показываются марки, коллекционные из СССР, тоже, на мой взгляд, достаточно неплохо. Также, друзья, отличное приложение. Что можно еще сказать? Почта России, ну, и за это приложение, в общем-то, молодцы. Так что тут уж нечего сказать.